Громче! Две недели на лидерской смене. Будущее начинается сегодня, прошли продуктивно для каждого участника. Обмен опытом, новые знания, раскрытие личностного потенциала. Удалось абсолютно все, что мы задумывали. Это и выставка работ по креативному мышлению, и конкурс «Лидер нашей смены», и сбор актива пресс-центра нашей смены. И самое главное, конечно, это конвейер молодежных проектов. Закрытие смены проходит в очень теплой обстановке. Ребята поют песни под гитару и говорят слова благодарности новым друзьям и кураторам. Плакали, смеялись, вспоминали смешные моменты и радовались интересным открытиям. На закрытие каждая команда подготовила творческий номер. Одной нитью золотой навсегда нас судьба связала, близкие. Мы с тобой близкие люди. Георгий Кварацхели из Ростова-на-Дону, который вошел в десятку победителей на конвейере молодежных проектов, не скрывая эмоций, рассказывает о том, как стал лидером благодаря этой смене. Эта смена раскрыла дороги мне вообще в многие достижимые цели. Она показала мне мое качество, качество лидера, о котором я не знал. Огромное спасибо Оксане Викторовне, которая подтолкнула меня, можно сказать, на это. И просто, если бы не мой куратор и не такая команда, которая у меня сейчас есть на данный момент, наверное, таких бы итогов не было в этой смене. Смена для меня очень удивительный такой центр, потому что я ожидал, как бы знаете, то, что приеду в какой-то лагерь, но смена довольно-таки такой престижный лагерь, мое мнение, и для меня он показал очень высокий уровень. То есть эмоции только положительные. Насыщенные мастер-классы, интересные тренинги, личная и командная работа. Все это помогло раскрыть способности каждого участника. Я научилась намного лучше относиться к людям. Я стала добрее. Моя команда мне показала, что такое на самом деле настоящая дружба. Как признались мальчишки и девчонки, смена для многих стала вторым домом, в который хочется обязательно вернуться. Спасибо!